все пошло. Дорогие друзья, речь идет о создании народной корпорации интеллектуальной собственности Александра. Подробности будут на видео, очень плохо видно на планшете. Снимаем видео только для вас, чтобы вы понимали, что встреча состоялась. Идут переговоры, все подробности будут на карте. Я имею в виду сейчас не продажу лицензии, а именно, как я понял, вы собираетесь портативные вещи? Нет, дело в том, что это уже производство, у нас есть свои планы, значит, они, кстати, планы такие, когда десятки компаний будут работать, они сейчас уже как бы готовы, и ни в одной области даже. То есть, когда частник сможет прийти и купить установку частник, на 20 вот тогда, когда вы сами в своих регионах раскрутитесь, тогда и будут покупать. Покупайте, не с меня, вот с вас не покупайте. Смотри, пошагово, смотри. То есть вы не планируете? Нет, я только в своем регионе работаю, я чужой регион не лезу. Нет, мы сейчас поговорим. Не пытайся порвать штаны. Мы приехали, то есть приехал специалист, просто мы опережаем. Да, ребят, так, у нас свой регион, да, у вас своя свадьба, у нас своя. Мы в своем регионе сколько нас пусть, сколько дает возможность, мы у себя работаем. Вы, допустим, Башкирию забрали, примерно для Башкирии, вот эти самые. Они у себя будут. Я в Казани, например. А в Казани, пожалуйста, в Казани. Я хочу купить. Тогда, когда я немножко... Спокойно.